Торжественная церемония открытия Кубка Московской области по всестилевому карате по традиции началась с гимна Российской Федерации. Отборочный тур на чемпионаты первенства России собрал более 200 спортсменов из разных уголков нашей страны. Мы очень довольны. Эти соревнования являются отборочными на чемпионаты первенства России, который пройдет в городе Орле 4-7 мая. И цель этих соревнований – именно отбор наших лучших спортсменов, чтобы достойно защищать флаг Подмосковья на этих соревнованиях. Конечно, мне очень приятно, что здесь выступает спортсмены, непосредственно тренирующиеся в городе Одинцово, и они являются членами сборной команды, и, думаю, достойно здесь выступят, чтобы поддержать флаг. И я очень благодарен администрации Одинцовского района, который у нас уже второй раз принимает такой крупный турнир. Такие турниры очень важны в рамках спортивной подготовки спортсменов. И поблагодарить, конечно, Министерство спорта Московской области, которое любезно предоставило нам возможность провести такой крупный турнир. Соревнования по всестилевому карате проходили в доброжелательной атмосфере на высоком организационном уровне. Участники – дети с 12 лет, кадеты, юноши 16-17 лет и взрослые. Отборочные туры проводились во всех разделах Федерации карате до ситарю, России на четырех татами и в октагоне по трем дисциплинам – полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты. Среди тренеров были наши одинцовские представители от спортивного клуба смешанных единоборств «Восходящее солнце». Здесь прежде всего воспитывается характер, настоящий характер, который с малых лет важно очень формировать в человеке, еще в ребенке, чтобы он был полноценной личностью, достойным гражданином своей родины. Чемпионат такого уровня – это большое событие для развития в России такого вида спорта. По итогам отборочного турнира практически полностью сформирована сборная команда Московской области, которой в апреле предстоит пройти учебно-тренировочные этапы для подготовки к участию в чемпионате и первенстве России по всестилевому карате в Орле в начале мая. Очень радостно, что есть такая возможность нашим детям выступать, добиваться каких-то вершин, достигать их. Очень приятно, что многие из наших ребят принесут домой и золотые, и серебряные, и бронзовые медали. Кто-то просто принял участие, но это первый шаг к становлению на большом великом пути. Победители 6-го открытого Кубка Федерации комбат самообороны России наградили дипломами и медалями, а также командными кубками. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».